О пожарах в тайге жители Жигаловского, Киренского и Устилимского районов могут узнать только из СМИ. Доступ в сам лес для людей закрыт. На этих территориях действует режим чрезвычайной ситуации. Хотя и в других районах страдают от возгораний. Пусть и косвенно. В северной столице региона, например, задыхаются. Сегодня с утра город окутан пеленой дыма от пожаров в лесах Братского района.